В Харькове во время спецоперации силовиков погиб участник АТО. Произошло это на выходе из кафе, где должна была состояться встреча предпринимателя и рэкетиров. У бизнесмена требовали 30 тысяч долларов. Во время передачи денег вымогателей попытались задержать, но один из них стал угрожать, что взорвет гранату. Силовики открыли по нему огонь. От полученных ранений мужчина умер в больнице. Одного подельника взяли под стражу. По информации СБУ, злоумышленники терроризировали бизнесменов-застройщиков, прикрывая Ассоциации ветеранов АТО. Деньги требовали на якобы на благотворительность.